Добро пожаловать на канал Hard Reset Info, это телефон Nokia 2.3, и сейчас я покажу вам, как включить режим энергосбережения на этом телефоне. Для начала открываем приложение настройки, открываем пункт батарея, нажимаем режим энергосбережения, нажимаем включить. Вот и все, мы включили режим энергосбережения. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь. Пока!